For the greater good and for the revolution, we are trying to make fried potatoes with a steak, a half-baked steak. This is Comrade Atomy, and Trotsky is a fried capitalist. Что, продолжаем вести репортаж из жареных капиталистов Троцкого. С вами товарищ Атомный. Мы пытаемся эту самую картошку по-колхозному сделать. Okay, that's 1, 2, 3, 4, 4 у нас, okay, 4, 5, 6, 7, 7 вроде. Okay, that would be enough, я думаю, этого будет достаточно. So, I'm trying to cook this potato, пытаюсь вот эту картошку приготовить. And it is definitely not looks like french fries, и совершенно она не похожа на французские, именно картошку по-французски, ну это же наша у нас картошка свободная, так называемая фри, соломка картошка, да. Окей, okay. Pretty of potato, достаточно картошечки у нас тут. А what we need, что нам нужно? Fry. И горина, ага, розмарин 10 грамм. Окей, okay, we need rosemary. 35 секунд, 35 секунд. 35, достаточно быстро готовится. Yeah. Yeah. 30 грамм potato, 30 грамм картошки. I think we need a big plate, думаю, большая тарелка понадобится. Что-то отменили у нас. Окей, turn off, выключили. Let's take a big plate, большую тарелку берем. Half-cooked, наполовину приготовленный. That said, we cannot like transfer all the ingredients to another dish. Жалко, нельзя вот просто брать и сразу все ингредиенты пересыпать, да, а только вот так вот по одному. So we like need to take one by one these elements. Let's check how good we've cooked the first French fries with the beef. Посмотрим, как с говядиной мы приготовили первую картошку по-французски. I guess that's the time for cleaning. Похоже, у нас время сейчас уборки будет. Okay. Serve it here, сюда ставим. Like, can we, is there microwave? А есть ли микроволновка? How many, сколько нам нужно? 10 грамм розмарина. Okay, take 10 grams, 10 грамм. That's rosemary, вот у нас. 5 grams, по 5 грамм. Okay. That's enough, этого достаточно. Looks awful, выглядит ужасно. I won't, don't want to picture, даже не хочу. Okay, let's make the picture, давайте сделаем картинку. I'll see how tasty it is. Смотрите, какая вкусняшка. No, like back назад. Well, tasty. Какая вкусняшка. Make a picture. Делаем фото. Save. Сохранили. And serve. И подали. So, would you like? Понравится ли ему это? Well, okay. Да. So, that's not that bad. Оказывается, не так плохо. Окей, French fries, что у нас тут? Unwanted steak, не хотел стейка? Ох, как это не хотел стейка? Sunflower, масло. Heating steaks, ошибки поджарки картошки. How the problem, like mistakes with heating potatoes? В смысле? У меня эти самые ошибки в прожарке картошки, вы о чем? What are you talking, о чем вы говорите? So, okay, they want worth, они хотят борща. They will have the borscht. Сейчас у них будет борщ. Two borscht. У них два борща? Yeah, two borscht. Да, два борща. Okay. Good, хорошо. So, two borscht. Понял, два борща. Red borscht. There is also green borscht.
If somebody don't know. Я американцам перевожу, что есть еще даже зеленый борщ, они могут не знать, да. Оказывается, такое бывает. They won't like the taste, им не понравится вкус, but who cares, но кого это волнует? No, no, that's small spatula, нет, это маленькая у нас. 50 миллилитров, 50 миллилитров. That's better, вот это лучше. So take, берем. Сюда слаживаем. That is almost mixture, not showed as borscht. Почему она всегда показывается как смесь, а не борщ? Plenty of everything. Достаточно всего. Why there is no sour cream here? They usually add. Почему нет вот в красный борщ тоже сметаны не добавить, да? And fried bread, и поджаренный хлеб. Oh, that's really tasty, реально вкусно. I cannot cook in reality the borscht, borscht. Я не могу, кстати, борщ в реальности готовить. That's too hard for me, слишком сложно для меня. French fries I cooked. Французские вот эти самые готовил, там ничего сложного. Ну, когда они нарезаны соломкой. Можно их и нарезать, но это, блин, долго времени, если вручную. Yeah, we can cut on that French fries, but you know that's a lot of time, so from the already cut it. I think we'll continue on. Okay, fame increases, продолжается слава у нас, yeah, the same, they dislike the recipe, мне рецепт не очень нравится. But I completed all the tasks, но я закончил все задачи. Okay, let's add, давайте добавим. Add, what I want to add, что я хочу добавить, please, this one, you know, вот это подцепили. Again French, снова у нас француз. Oh, damn, твою мать, did I mess, я забыл? Okay, start cooking, начинаем готовить. Another steak, еще один steak, let's take the potato, берем картошку. And again, и снова погнали. And again, potato, и еще одна картошка. Can I put few? Можно ли несколько? Yeah, I can put few, да, можно несколько. Steak is not ready, steak еще не готов. Now I can salt in time, я успею вовремя посолить. 1, 2, 3, 3 грамма. 4, 5, 6, 6. Окей, okay. That's ready, это готово. Now with steak, steak. Turn that off, выключили. Can I do that with my hands? А могу ли я своими этими самыми advanced controls, дополнительные управления? So can I rotate with my hands? Могу ли? Oh yeah, да, я могу руками переворачивать. So that's easy, вот так вот легко. Окей, okay. Drop it, бросаем. Now I know how to cook that. Теперь я знаю, как это готовить. Okay, steak will be finished. Сейчас steak закончим. And then the French fries. А потом картошка по-французски. Let's take the plate. Берем тарелку. The big plate, большую тарелку. Two leaves, два листочка. This rosemary, розмарина. Like re- Oh, damn, твою ж мать. Big plate, большая тарелка. So take this, собираем вот это. It's steak almost cooked. Steak почти приготовлен. Ready? Готов. Enough, выключили. Now rosemary, розмарина. That's ready, это готово. Put it down, положим сюда. How much time I have? Сколько у меня еще время? That's tomato soup. У нас есть томатный суп, хотят? Okay, no problems. Никаких проблем. Tomato soup, like tomato soup. Ну, томатный суп, так томатный суп. That's easy. Это легко. We have already cooked. У нас уже приготовлено. But I don't recall the recipe. Но я рецепт уже не помню. Good that I can serve at. Хорошо, что я могу просто взять и подать, да?
литр, 1 литр. Окей, it is with sour cream already. Он уже с этой самой с сливками. Put down here, сюда. Take this, так забрали, and serve, подаем. Okay, here you go, tomato soup, вот вы томатный суп. Okay, he likes everything, фактически все ему понравилось. Okay, once you finish, we're closing down for the night, no more orders. Окей, так, все, больше заказов не будет. А we need French fries, нам нужно закончить с французской картошкой. So we need to finish it, нужно закончить с ней. Один кусочек. Два. Три, четыре. Five, six, пять, шесть. 7-8. Okay, and last issue. It's ready. Это готово. Now this one. Теперь вот эту порезать. Yes, that's enough. Все, этого достаточно. Take it, берем. Can I take the whole? А можно ли всю картошку? It is easier to take this. Лучше вот так вот делать. That's more safe. Так безопаснее. Than like to use the physics. Чем рассчитывать на физику. Типа наклонить досочку, и тогда будет все это неудобно. Так, хорошо. French fries ready. Фактически у меня готова картошка по-французски. Start cooking. Начинаем ее готовить. And I will take some... Okay, let's clean. Давайте начнем уборку. We definitely need some cleaning. Нам точно нужно поубираться немного. Окей, думаю, пока все еще нормально. Big plate parts, большие части тарелки. Вот где potato, что картошка, окей, okay, готова. Yeah, potato is cooked, да, картошка готова. Now we can do the same with the fish. Теперь можно рыбу, кстати, брать и делать. Давайте выбрасываем вот это все. Это и сам клининг. Мы хоть какую-то чистку произведем. Что вот это за... I guess that lemon could be used. Я думаю, этот лимон мы можем еще когда-то использовать. So better it be here. Пусть вот там остается. Okay, this mop. Берем тряпку. How to use it? А как ее использовать? Clean, чистить. Окей, так, хорошо. А, fun, прикольно. That's really fun, да, достаточно прикольно. We are cleaning the kitchen the first time. Впервые мы чистим эту самую кухню. That's not the best, не самое лучшее, but at least that's... Окей, ну, по крайней мере, нормально. Now here, теперь здесь. Окей. Okay. Так, нормально. Yeah, I'm cleaning first time. Впервые убираю. In reality, that's not that fun. В реальности это не так весело. Why is this more fun in the game? Интересно, почему это интереснее в игре? Because it is easier. Потому что, наверное, проще. Like in reality, that's much harder to clean. В реальности намного сложнее все чистить. No, like,
борщ, твою мать, немного борща пролил. Окей, френч фрайз, немного тут французских таких самых. Окей, тут нормально. Here go here, так, теперь здесь пошли. No, no, take that, берем. Clean, начали чистить. Why am not clean? Чё я не чищу? Okay, that needs to be cleaned with something else. Наверное, это чем-то другим надо чистить. And I don't know with what. Я не знаю чем. How much time? Сколько у нас времени? 2 seconds, 2 seconds. So, for that time I will be able to take french fries in the plates. На это, за это время я должен успеть всю картошку выложить на эту сам. Like, I want that french fries. Реально, блин, хочу сейчас пожрать эту картошку. Like, really, I want this fried potato. Хочу эту, блин, картошку сожрать. Окей, так. Надо писать все части. Окей, good, нормально. Put it down, ложим сюда вниз. There is one more potato. Тут еще картошенка. Oh, like even few, даже несколько. Here, сюда добавляем. The steak is definitely dancing on that music. Steak явно танцует под музыку. Okay, 152. 152 заработали. Tomorrow we're getting inspected. It's a great chance to rise our fame. Завтра нас будут инспектировать, можем повысить свой уровень. Okay, new perks available. Новый перк доступен. So fairy touch. У нас grants a magic wand that removes stains and shards. Убирает всякие эти самые. Down to freeze items. Это за вещи делает неподвижными. With two daily quests, два основных задания. Dish analyzer, анализатор блюд. We better reroll. Лучше пере это самое. Choose one perk. Ну, выбираем один перк. Yeah, selected this. Да, вот этот выбрали. And better tips. Лучше чаевые. Level up, повысили. Okay, now something from the beginning. Что-то сначала. Extended overtime, дополнительное время. Preparation phase, extended dish timers, увеличенные таймеры для готовки, slow burn. О, медленное подгорание, вот это нужно. Yeah, that's definitely I need. Okay, start next day. Следующий день начинаем. This is the day 7, седьмой день. Итак, baked trout. That's our dish. We're going to inspect today. Show them what we great chef you are. Ага, значит, у нас этот самый готовая форель. Take the forel, берем форель. We will do like four, четыре делаем. Yeah, we have like, we need all four. Нам нужно будет сейчас прямо четыре делать. Let's, давай подадим. Okay, put it on here, сюда. That would be all used. Сейчас все это используем. Лосось. Окей, 5 грамм. Ага. 5 грамм соли. Нет, не соль у нас. Pepper theme build. Понятно. So start, начали. 5 grams each, 5 грамм на каждое. 3, 4, 5, есть 5. Cannot take that, ту я не достану. 3, 4, 5, так, здесь 5 есть.
two, three, four, five. Okay, now this one, теперь вот это. Пять, есть, готово. Now, where is this? Где у нас вот это? I now know how to cook that. Я уже знаю, как это готовить. 4 and 5 и 5. 2, 3, 4, 5. 5 есть. 2, 3, 4, 5. 5, 5. That was easy, да, достаточно легко. Burn this, где у нас сушеный дил, да? Fried dill, сушеный укроп. This one, вот этот. Two, three, four, five. Есть пять. Oops, like four fishes, that would be enough. Четыре рыбки будет нам достаточно. Oh, like no, да твою мать. Like really, I've broken, я взломал. That's bad, это плохо. Remove the door, упираем дверцу. Throw it there. Вот там вот стоит. Let's put everything. Сейчас все поставим. No, this is even better. Так даже лучше. If that only could cook. Если бы ты только могла готовить. Could we have two? Хорошо, что у нас есть две печки. How much time left? Сколько у нас? One minute and a minute. Can we like take repairs? Можно ли заказать ремонт? Его пошли сюда. Okay, let's start. Начали. My. 1 minute 29 seconds. Минута 29 секунд. That would be enough. Это будет достаточно. Now the lemon. Теперь дольку лимона возьмем. I hate that it's falling down. Мне вот не нравится, что он падает. Не пойми куда. How good we cooking. Это для чувака, который будет узнавать, как хорошо мы готовим. Actually, not that the best, но на самом деле не лучше получилось. Let's play, берем вот эту вот тарелку. Two lemon with this, лимон с вот этим, да. We're opened. Мы открыты. New order. Новый заказ у нас. Okay, salmon. Лосось. Finally, наконец-то. Put it on here. Сюда ложим. Один. Two, два. Okay, we can put it aside. Вот тут вот в сторону можем положить. And actually we can do the third one. И третий можем даже взять.
Repairs complete. Походу ремонт у нас завершен. Let's remove this. Вот это убираем. This. Вот у нас есть заказ. Salt, black pepper. Соль и черный перец. Where is my salt? А где моя соль? 5 grams each. 5 граммов, да. Три, four, five, пять. Так, по чёрный перец. One, two, three, four, five. Есть пять. Okay, so we will cook three together. Три будем вместе сейчас готовить. Turn it off. Включаем. See how it's cooking. Смотрим, как готовится. What time? Сколько время там у нас есть? Okay, add pot, boiled potatoes. Это картошка. Периоды. 60 seconds each side. Ага, 60 секунд каждая сторона. Okay, that looks repaired. Это уже у нас отремонтировано. Can actually start. Можем даже начинать. You know this. Давайте вот это возьмем. Теперь сюда. Where is the freaking potato? Где долбаная картошка? My head's falling. Почему она выпала? Теперь сюда ложим. Okay, now we need to turn off the potatoes. Картошечку turn off. Boil a little bit potato, немного картошечки подогреем. Вот так, выключаем. Turn that, так, выключили. Now not everybody cooking, все подготовилось. Подшарец готов. This one is almost ready. Вот этот почти готов. It should be all ready. Он должен быть готовым. So that one bad cooked. Вот этот плохо подготовлен. Perfect. Идеально. Potatoes. Картошка. Что у нас? Okay, potatoes fine. С картошкой все нормально. Now we need to turn that. Теперь это нужно повернуть. So that would be easy. Это легко. Here we go. Вот так вот. And и... Put it on here. Сюда бросаем. Okay, turn. Переворачиваем. And drop. И бросаем. Теперь вот этот тоже. Not the best way, не самый лучший способ. Так, what the hell? Что произошло? No, like, put it down, да положи, like, I don't get it, я не понял. Why cannot remove? Почему не могу положить? Окей, drop that, да брось его, drop that down, да брось его. Oh, that's not reacting, управление не работает. Can I put it, я могу put it, no, нет. Where is the salmon, а где у меня лосось? Where is another salmon, где лосось? Окей, okay. Here we go, вот он. Adventures with Salmon. Приключения с лососем. The problems with control. Проблемы с управлением. Okay, now turn it up. Повернули. And okay, and drop it. И надо бросить. Drop it. Бросили. Continue cooking. Продолжаем готовить.
would be prepared first? Какой интерес первым приготовиться? Я говорю какие-то слова, но реально медленно готовятся. So, 1 minute 30, давайте минуту 30 за, поставим. Мы сюда поставили and German on, включаем. This one would be first. Вот этот первый приготовится. Берем тарелку. Потейтес, картошку берем. А кула хват, она горячая или холодная? Looks like cool, похож холодная. Окей, that's taken. Это забрали. Put on here, сюда ложим. Potato looks cool. Картошка выглядит холодной. Холодный успех, почти готовая. Potato cool, да. Картошка явно холодная. Окей, okay, I think that's ready. Я думаю, это уже готово. Yeah, ready, да, готово. So take this potato. Мы берем вот такие картошинки. I think that's hot enough. Думаю, достаточно горячо. So, подаем. Did not like, не понравился. What's wrong? А что не так? Flavors. Ага, не понравились привкусы. Эти картошки, not enough some oil, недостаточно масла. Heating mistakes, ошибки в прожарке. Pulled potatoes и картошечка жареная тоже не понравилась. That's sad, это грустно. Food critic, remember, that's our food critic, это наш критик еды. Okay, put that down, давай выключаем. I thought he wanted fish. Я думал, он хотел рыбу. But he actually wanted French fries. Но похоже, он хочет просто картошку по-французски. Okay, that looks... Let's check how it's nice. Посмотрим, насколько она хороша будет. Давайте подаем. I think we will not earn the second star. Думаю, вторую звезду мы не... Oh, yeah, he is displeased. Да, он не очень доволен. Unwanted картошки ему не понравился, привкус sunflower масла не понравился, french fries, eating mistakes, ошибки в поджаривании, temperature perfect, температура идеальная. Unfortunately, our dish didn't meet the food critic needs, don't worry, we're going to pass next time. Не понравилась критику наша еда, поэтому давайте как-то в следующий раз, он сказал. I thought he wanted this, я думал, он вот это хотел. But actually no, но как оказалось, нет. That's ready, это готово. Okay, so till the next episode, до следующего эпизода. Live long and prosper, живите и процветайте. And not criticize me too much, и не критикуйте меня слишком много. This is Trotsky's Fried Capitalists Restaurant. У нас ресторан жареных капиталистов Троцкого. И до следующего, товарищи, эпизода, да.